Всем привет, с вами снова я, Максим. Сегодня я вам расскажу про ремонт Toyota Land Cruiser 120, который приехал к нам поменять масло вместе с масляным фильтром. До этого клиент менял в другом сервисе, хотел поменять все фильтра, но так как там тойотовского оригинального масла не оказалось, ему поменяли только воздушный фильтр и фильтр салона. Когда мы начали менять масло, мы увидели, что все эти фильтры не заменены, и, к сожалению, клиента просто развели на деньги. Мы, конечно, все поменяли, залили оригинальное масло, поставили все новые фильтра по согласованию с клиентом. Поэтому центр наш «Автопилот» рекомендует вам, где бы вы ни проходили свое ТО или ремонт, всегда просите, чтобы ваши старые запчасти вам отдали, потому что бывает такое, что их просто не меняют. Также еще мы рекомендуем просить гарантию на запчасти, потому что бывают такие случаи, что в заказ-наряде указаны оригинальные запчасти, а оставится дешевый китайский неоригинал. На этом спасибо, до следующих встреч.